Галустя! Прости! Вообще-то по вторникам здесь работаю я, но всем же плевать! Всем! И это называется организованная преступность! Изумруд у меня! Эй, отлично сработано, Чейзи! Я пришлю тебе координаты места, куда нужно доставить изумруд! Если появится работенка, позвоню! Спасибо, Винни! Камешек. Малюсенький такой изумрудик. Пожалуйста. Ха, неплохо для первого грабежа. Оу, то есть для грабежа вообще. Счастье за деньги не купишь, Чейз. Маккейн! Шеф? На данный момент полиции за тебя пришлось возместить стоимость дорогущей тачки, автозака и фуры, доверху набитой электроникой. Я что-то упустил? Мега-изумруд? Ха! Что? Эта штука стоит сотни тысяч! Да ты нас обанкротишь! Зачем ты это сделал? Чтобы попасть в банду Винни Паппаларда. Чан работал на него. Ты внедрился в банду Паппаларда? Мы многие годы пытались повесить на него преступление. Так значит, Чан тебе больше не нужен. Ну ладно, у меня есть задание для тебя. Раздобудь фотографические доказательства преступной деятельности ключевых фигур из Банчана. Тогда мы сможем арестовать их, если повезет, один из них даст показания против Чана. Тогда мне нужно купить камеру. Ты и так обошелся нам в копеечку. Просто используй камеру коммуникатора. Если сам не разберешься, Филипп сможет тебе помочь. Привет, Эль. Шеф сказал, что ты можешь помочь мне разобраться с фотокамерой в коммуникаторе. Я не знал, что у меня есть такая. Ха, странно. Дай проверить твой девайс через удаленный доступ. А, вот в чем загвоздка. У тебя рай-версия ПО. Я обновлю его. Вот и все. Я даже закачала пару новых рингтонов. Получил? Да. Мне нужно раздобыть доказательств преступной деятельности ключевых фигур шайки Чана. Всего-то. Займи хорошую позицию для наблюдения и следуй инструкциям на экране. Даже дурак справится. Элли, у меня получились фотки только своей физиономии, а не подливаемых.
Дурак, но не Фрэнк. Прежде чем делать снимки, стоит разведать, какие сегодня проворачиваются дела. Если я засяду напротив лапшичной, и мне везет, я смогу подслушать их разговоры за обедом. Да, кажется, интуиция меня не подвела. Так, ребя, пора снова засучивать рукава. Надо заплатить всем нашим угонщикам. Значит так. Пин, ты встречаешься с Рэем на балконе аптеки. Ли, Бобби ждет тебя в закоулке рядом со свалкой Чана. А ты, Фен, забери у Блейка концепт-тачку и пригони ее к лимузинке. Если все поняли, то ни звука. Отлично. За дело. Пора самим начать угонами заниматься. А то так и разориться можно. Три преступления в трех разных местах. И как мне добыть фотодоказательства преступлений и слетать за ними? А если мне действительно немного приподняться над землей? Если я залезу на крышу пагоды в парке, то смогу наблюдать сразу за всеми сходками. И как им это сошло с рук? Мне дадут премию. Посмотрим, добрался ли Пин до аптеки. Вот и загружена первая фотография. Мило. На этом кадре он просто отвратителен. Теперь, Пин, мы докажем твою причастность к краже катера. Поехали дальше. Ли в закоулке. Пойман с личным. Ли, твоя мама будет недовольна. Осталось сделать снимок Фена, получающего ключи от угнанной машины, и дело в шляпе. Вот невезуха. Фэна-то я вижу, но машину не рассмотреть. Нужен более крупный план. Вот это точно умная машина. Эй, ты! Прекрати! Маккейн! Шеф? Я тут просматривал фотографии, которые ты загрузил. Что тут скажешь?
Фотографом на свадьбу тебя точно не позовут. Но они почти могут сойти за доказательство. Это могло бы даже сойти за комплимент. Так, я отдал приказ полицейским под прикрытием арестовать остальных членов банды, которых ты заснял. И если Чан тебе позвонит, ты ничего не знаешь. Он не должен ничего заподозрить до тех пор, пока один из его бандитов не даст показания против него. Понял, шеф. Я ничего не знаю. Расслабься. Мои люди придурки со стажем. Но только не ты! Ты мой любимчик! Ой, это я переборщил. Вам помочь, сэр? Да, у меня есть для тебя работа. Гони к верфи в Крессент Парк. Живо! Как всегда, сама вежливость. Тут всякие. Привет. Ты уже на месте? Да. Этой работой должен был заняться Фэн, но он не выходит на связь. Как и Ли, как и Фу. И Пин. Может, они и кофе пьют? Хочешь сказать, что у меня плохой кофе? Нет! Что-то произошло, и вся моя банда — это ты и эта кучка болванов! Раз уж все мои проверенные бойцы куда-то запропастились, эту работу придется выполнить тебе. Что стряслось? Я сообщу подробности позже. Об этом никто не должен знать. Перегони мой катер. От верфи к острову Аполлон. Живо! Элли, Чан дал мне очередное задание, и, боюсь, на этот раз речь идет не просто о спортивной тачке. Я направляюсь на остров Аполлон. Чтобы они сквозь землю провалились. Что Рексу там нужно? Без понятия. Но я нутром чую, что это ключ к разгадке, Элли. До нее рукой подать. Если чего разузнаю, сразу сообщу. Водила, ты уже добрался до острова Аполлон? Да, сэр. Отлично. Я хочу, чтобы ты украл луноход. Чего? А ты что думал? Что я тебя замороженным на остров Аполлон посылаю? Было бы неплохо. Давай живо на космодром и угоняй луноход!
Чтобы попасть туда, придется замаскироваться.